Скажи, пожалуйста, как провела вот эти дни, которые в Киеве? Куда успела, там, не знаю, сходить, как время провела? Вообще отдохнуть удалось? Честно говоря, я, наверное, с каждым разом понимаю, что, что два дня, три дня – это все меньше и меньше, да? Вот. Занималась выбором платья к Владимиру Михайловичу на завтра, да. То есть, ну, честно говоря, когда ты приезжаешь после стартов, там более размеренный ритм, ты уже привыкший к этому ритму, да, и когда попадаешь в мегаполис, сразу тяжело адаптироваться, поэтому сильно много энергии и сил еще на это, на переезды, на людей. Все, поэтому, конечно, отдохнуть, наверное, мне не получилось. Поэтому отдохнем уже на сборе. Мы с тобой, когда виделись последний раз, тогда была сильно занята ремонтом. Ремонт закончил дом? А ремонт заканчивается вообще? Он, по-моему, не заканчивается, да. С условиями тренировки как? Вот если Черниговские, например, ребята еще есть возможность потренироваться, то тебе сейчас, судя по погоде, в Киеве не повезло. На самом деле, да, но у меня было 3 дня отдыха, то есть это без нагрузок. Но мне достаточно нагрузок, наверное, которые побегаю по городу за целый день. Ну и я так занимаюсь в Киеве, обычно в зале. Ну, то есть поддерживаю себя физически, функционально, конечно, тяжело потренироваться. Можно, ну, разве что там кроссы побегать, да. Да, велосипеды, но сейчас я 3 дня отдыхала, день пока такой, ну, просто кросс, ну, такое, поэтому я в основном живу от сбора до сбора. Скажи, пожалуйста, насколько корейский этап для тебя темный лес? Я вот не помню, ты там... Нет, я не была. Если девчонки были, ну, то есть из нашего теперешнего состава там только были Валя и Лена, поэтому для всех остальных девочек это, ну, новинка. Нет, хотя была Настя Меркушина, но она была там просто в этом, по-моему, комплексе и все, но не на трассе, да. Ну, поедем, посмотрим, так же, как и Сочи было для всех новинкой, но тем не менее сильно понравилось. А девчонки что рассказывают, те, кто там уже был? Вот что хотелось бы тебе там попробовать? Бытовые условия, там комплекс, снег? Вот мы с вами еду. Уруша сказал, что там снег очень специфический, потому что близкое море, соль. Может быть. Ну, так же, как и в Сочи, че был специфический климат, и тоже сильно влажно, и вроде как и сухо, и влажно, и соль этот воздух, он такой был, как с солью. И поэтому... Скажи, пожалуйста, ты себе в тотале ставишь, в общем, какие-то задачи? Сейчас 11 или 10 месяца? Да, так, конечно, так. Ставлю. То есть это у меня была цель с начала сезона, поэтому посмотрим. Там уже не важно, 6, 7, 8? То есть... Нет, честно говоря, важно. У меня были планы повыше чуть-чуть, но я не буду их озвучить, разве что может в конце сезона.